Министерство сельского хозяйства Чувашии опубликовало информацию о финансировании агропромышленного комплекса. Из федерального и республиканского бюджета в 2013 году предположительно должно поступить 2,5 миллиарда рублей. Это 117,5% к уровню прошлого года. На сегодняшний день из бюджетов разных уровней крестьянам региона уже выплачено 2 миллиарда 200 миллионов, в том числе из федерального бюджета почти 1,5 миллиарда, из республиканского 788 миллионов рублей. Чувашская республика по освоению средств из федерального бюджета в Приволжском федеральном округе занимает второе место после Пензенской области. Сегодня реализацию приоритетных национальных проектов обсудили на совете при главе Чувашии. В совещании приняли участие главы городов, районов республики, отраслевые министры. На заседании обсуждались, как реализуются в Чувашии национальные проекты: развитие АПК, доступное и комфортное жилье, здоровье в 2013 году, образование. О ситуации в сельском хозяйстве доложил министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Павлов. Он сообщил, что 2013 год заканчивается для сельского хозяйства неутешительно. Индекс физического объема производства хозяйственной продукции по этому году составит 8,6%. Конечно, на это повлияла засуха и тяжелая уборка этого года. Это 80% снижения индекса, в том числе и за счет снижения картофеля где-то 50%. Остальное, конечно, это за счет сокращения производства животноводческой продукции. Снижение производства скота и птицы, молока, зарплаты в конвертах, отсутствие новых проектов – это лишь часть проблем, на которых остановились собравшиеся. Ситуация в районах разная, и с руководителей отстающих. Сегодня спрашивал глава региона. Так что, кто снижал, Сергей Владимирович, значит, вот проекты решения вам больше записываем. Вот до Нового года вы представите, за счет каких принятых решений на уровне района вы будете достигать, соответственно, объемов производства.